Доброго дня, пані. Шановні пані та панове. Так, сьогодні п'ятничний вечір в Австралії. Время 7:34 PM. Усядусь. Какой сегодня план? План на сегодня следующий. Я сделал плейлист песен, под которые я могу побарабанить. Я, в принципе, под них никогда не барабанил, но я их очень хорошо знаю. Поэтому все будет хорошо, я думаю. И я буду просто подыгрывать, барабанить, что-то рассказывать. И это будет наш пятничный контент. Сейчас я быстро проверю, что все пошло. Сигнал пошел. Да, я вижу. Вам надо прикрутить звук на телефоне, а то будет эхо. Я в очередной раз поменял немножко, как я все настроил. Ну, должно быть интересно. Так, куда это поставить? Не понял. Угу. Ну, если что, пишите, если там что-то слышно или ничего не слышно. Привет. Прикидик. Привет, Юра. Да, я старался сделать это шоу next level, повысить этот самый, как сказать, production value этого проекта. Я думал, наверное, недели 2-3, что-то не было у меня настроения, и вот я созрел. Сегодня будут такие хиты, как группа Korn, Pixies, Jack White и его разные проекты, типа Raconteurs. Потом, упси, у нас будет Arcade Fire, подождите. Muse, Marilyn Manson и так далее. Там конец плейлиста, я не успел посортировать хорошо. Но разберемся. Я кое-как так подключил... не буду рассказывать толком. У нас есть елочка только для того, чтобы делать разные веселые цвета. Топлес, старый добрый топлес. Может быть, я буду раздеваться, пока я играю, потому что я думаю, я это самое... вспотею, но я решил что-то так попробовать. Ну что же... А, кстати, у меня есть тут водичка и mid-strength пиво Great Northern Brewing Super Crisp. Так что я сёрбну перед тем, как мы начнём. Я попробую. Я... Вот этот микрофон, он снимает намного меньше и не будет слышно барабанива по этим резинкам. И я хочу что-нибудь рассказывать, пока я барабаню. Так будет веселей. Ну что же, начнем с группы Korn Freakonleash.